Ребят, всем привет! Сегодня вот такой вот у меня пациент, МИ-365. Ну и что, к чему это видео вообще? Вот к чему приводит, так скажем, маленькое давление. Я такого, сколько я их поменял, я такого первый раз вижу. Это вообще жесть. Еле снял. Короче, оно вот так было, залипше. Это вот оно, маленькое давление было, и вот оно сдвигалось, аж прилипло, а потом терлось, протерлось. И, короче, вот что превратилось. На вот этих МИ-365 делайте давление не меньше 3,5, и тогда вот таких проблем не будет. Ну и желательно, честно сказать, тальком просыпать. Я сначала думал, это не родная камера, что-то она какая-то здоровая, но все-таки циферки сходятся. Вот. Так что вот к чему приводит маленькое давление. Ну и покрышка на выброс, прожеванная уже. Вот. Ну и расскажу о лопатках. Это со штоков амортизатора. Самодельные лопатки. Очень удобные для разбортировки. Делали сами их. Конечно, чтобы шток сплющить кувалдой, пришлось его нагревать. Ну, а потом шлифовать. Вот такие вот ужасы бывают. Так что вот так. Всем удачи и добра. Следите за давлением, чтобы не было вот таких проблем.